Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Делаем морковную закуску новогоднюю. Делается просто, быстро, легко. По секрету скажу, получается даже вкуснее, чем морковка по-корейски. Оставайтесь со мной, смотрите до конца, подписывайтесь на канал и оценивайте видео. Пишите комментарии. Морковку мою и чищу. Этот рецепт подойдет даже тем, у кого нет терки для корейской моркови. Берем сразу глубокую миску. И в глубокую миску обычной экономкой начинаем, как бы очищая морковь, по кругу вот так делаю, нарезать ее ленточками. Сильно давить не надо, чтобы ленточки были тоненькие. И вот так прокручиваю медленно морковь. Вот такие ленточки у нас с вами получаются. Делаю так всю морковку. Добавляю мелкорезанную кинзу и укроп. По вкусу все посолю. Добавляю черный молотый перчик. Можно добавить смесь перцев. И чайную ложку молотого кориандра. Все перемешаю. И в отдельной емкости делаем заправку маринад. Беру 3 столовые ложки масла без запаха. 1 столовую ложку жидкого меда. И чайную ложку обычной горчицы. И все хорошо перемешиваем. У вас должна получиться очень вкусная, такая кисло-сладкая медово-горчичная заправка, которой я заправляю морковь. Нужно разложить морковку по баночкам, плотно-плотно закрыть, убрать в холодильник и дать промариноваться. Я обычно такую морковку мариную сутки. Попробуйте. Это невероятно вкусно. Вы такую морковку будете готовить не только на большие праздники, но и просто даже в выходной день. Давайте попробуем. Корейскую морковь затмевает на ура. Очень вкусно. Попробуйте. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые, доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. До свидания и пока-пока.